Сегодня хочу посетить поселок Нижневизовые, недалеко от которого находится так называемая сеть карстовых озер Собакиной Яме. Там, говорят, в начале мая появился новый карстовый провал. И вот хочу посмотреть, что там такое случилось. Вот это первое в цепочке карстовых озер. Они продолжаются вот так туда дальше, к роще. Попозже я проеду туда и покажу, как они идут. А это вот второе из озер. Весьма очень интересное, живописное место. Я здесь уже когда-то бывал. Здесь люди берут воду. Сейчас я спущусь вниз и посмотрю, что там делается.
Ну вот, собственно, то, зачем я сюда и приехал. Это вот образовавшийся новый провал. Воды, конечно, в нем еще нету. И не знаю, будет ли нет. Хотя рядом есть озеро. Да, яма большая и глубокая. Метров, может быть, 10, около 15 будет. Вокруг установили ленточку, чтобы случайно туда никто не упал. Хотя и так, наверное, все видно издалека уже. Там вдалеке находится деревня Улитина, так ранее называемый Улитин-Починок. В прошлом году я ездил туда. Вот и велосипед мой стоит на виду этой ямы. Так, приблизительно для сравнения. Вот еще одно озеро из цепи собакиных ям. Кто их почему так назвал, не знаю. Дальше еще будет несколько штук там. Сейчас поеду туда. Вот следующий ем.
круглое и черное. Глубокое, наверное. Вот это следующее зерцо. Оно уж совсем маленькое, но тоже очень круглое. И как-то интересно в нем облако отображается. Вот эта яма уже большая, но уже на склонах у нее целый лес, можно сказать, вырос. Ну вот вроде все. Показал эти странные карстовые озера с еще более странным названием Собакина яма. Ну а теперь пора потихоньку в обратный путь.